Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Киосками пользуются 30% кировчан. Это показал опрос, который провела горадминистрация в интернете. В нем приняли участие около 800 человек. 65% считают, что киосков и павильонов в городе достаточно. 24% негде купить газеты, 15% овощи и фрукты, 13% непродовольственные товары. 30% указали, что часто пользуются услугами НТО. На вопрос, что вас не устраивает в нестационарных торговых объектах, 42% указали внешний облик, 24% санитарное состояние. Лишь 4% опрошенных считают, что в ларьках продается некачественная продукция. Программа «Экономика». Тем временем кировский бизнес-омбудсмен назвал идиотизмом дизайн-код для киосков. Владислав Попов в нашем эфире прокомментировал архитектурные решения, предложенные мэрией, вынесенные на общественное обсуждение. К 2023 году все киоски хотят привести к единой стилистике, которая будет зависеть от места расположения в городе, формата торговой точки и товаров, которые там представлены. По мнению Попова, в вопросе размещения киосков достаточно рабочей группы, существующей при администрации города. Ребята, у нас есть постоянно здесь орган, он собирается минимум раз в квартал, он легитимно рассматривает те или иные вопросы и накладывает вето на те или иные решения. То, что касается дизайн-кода. Не надо город одевать какие-то одинаковые цвета. Это идиотизм. Требования к объектам НТО предъявляют и Роспотребнадзор, и МЧС. Где у нас вот при предложении данных дизайн-кодов согласование с этими структурами? Потом скажут нас там МЧС, а мы тут против, а тут вот так. Потом Роспотребнадзор, мы против, нам вот так. У нас есть более важная задача, которая необходима. Предприниматели говорят, что один новый киоск может обойтись в 1 000 000 рублей. Такие вложения очень рискованно делать в условиях, когда политика городской власти относительно НТО постоянно меняется. Экономика на 101 FM. Кировчанин лишился денег, покупая путевку в Турцию. 32-летний житель Кирова нашел недорогое предложение в соцсети, и в переписке его попросили внести предоплату, предоставив реквизиты банковской карты и код подтверждения операции из СМС. Так мужчина потерял почти 7,5 тысяч рублей, а собеседник выходить на связь перестал. Его личность сейчас устанавливают полицейские. Гораздо больших сумм лишаются кировчане, поверив лжесотрудникам службы безопасности своего банка. 30-летняя кировчанка по инструкциям сотрудников банка взяла в кредит 200 тысяч рублей и перевела деньги на некий спецсчет. Поняла, что ее обманывают, когда попросили занять еще 300 тысяч. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 74 рубля 6 копеек, официальный евро 87,78. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.